Добрый день. Так, пришла в платье, вечернее платье. Это не для выпускного бала платье, это вечернее платье. То есть для всех подряд, для дамочек. И почему-то везде вот распродажа 40% офф. Не знаю почему. Такое впечатление, что нет вообще по полной цене, нет товара. С одной стороны хорошо, а с другой стороны не организовано и очень неудобно смотреть. $83 вот такое платье стоит. Красивое, все золотое. Красивое. Так. Красное точно такое же, но вот а красное смотрится как-то и не так. Правда же? Вот. Что тут еще у них есть? Вот вообще вырезанная спина. Зеленое такое же точно. Сразу видно, что это платье для женщин интересного возраста, пожилого. Красивое. Пачка. Внутри пачка. А, вот они по полной цене платья. А эти были. Это распродажа, я поняла теперь. Да, вот красная. $100. Черная. Ой, порватая, смотрите, порватая, да? Ну вот порватая сразу дается скидка на порватое платье. В Америке не может продаться. 79 оно стоит, вот дадут скидку. И 20%. Или 10, ну там посмотрит, наверное, смотря как менеджер на это дело посмотрит. Красивое такое вечернее. Здесь сеточка, под сеточкой еще платье, здесь кофточка. Вот. Это на одно плечо. Вот это простое, но хорошее, но спина открыта. Так. Здесь мы были с вами. Такое. Так. Смотрите, вон, да, распущенный бисер, да, это вообще порванное, можно даже сказать. Кто же его будет покупать? Кто же его будет покупать? Вообще на распродажах висят одежда, потом она куда-то пропадает часто. Они, может быть, они куда-то в другие страны, куда-то сдают донейшн, знаете, донейшн, это вот, ну, в помощь людям, там за бесплатно просто отдают, вот куда-то они деваются, это все. Куда-то это все девается. Вот это обыкновенное платье. Ой, господи. Обычное. Зацепилась я. Прицепилась я. Так. Это просто на... Флорида. Так, что еще здесь у нас такого показать? Так, короткие. Это отдел для дамочек, да? Это не для девушек. Красиво вот это вот мини платьице. Yeah, thank you. I take a picture for
for my girl. 200 с чем-то долларов стоит по новой цене. Вот. Так. Вот это вот старая-старая модель. Я ее уже видела несколько раз. Такое неплохое, опять же, спина открыта. Вот. Пурпурная. Пурпурная — это фиолетовый, они называют так цвет. Черный обычно. Ценам где-то 150 долларов. Так, вот белый цвет сейчас в моде, полно белых платьев. Вот такое большого размера еще есть. Вот такое. Вот это пухкое такое, пухкое. Вот. И коктейльные немножко. Так, ну вот это обыкновенный магазин такой. Обыкновенное платье. Перед Крисмасом будет их очень много. Вот хорошее, скромное, нормальное, темно-синее платье. Да. Не очень длинная. Сколько у него цена, не вижу. Вот. Ничего, так это. Такое же серое кимоно. Колючее, приколючее такое. Тут, наверное, Calvin Klein. Да. Calvin Klein. Хорошая марка. Не отличная, но хорошая. Бренд. Очень тяжелый, классный материал. Вот это хорошая платье. По качеству хорошая очень. Пурпурная. Ну так, чтобы здесь на чем-то так остановиться и сказать: ох, вот это правда качественное платье, классное, Calvin Kleinовское. Оно по 118 стоит, оно по новой цене, оно двойное, толстое такое, как знаете, джерси, типа такое тяжелое, такое класс, и в то же время шелковое. Так что, девушки, подписчики, выбирайте платье. Мы вам вышлем в подарок. А почему нет? Ну-ка, здесь размеры, конечно, вот такое, как бархатное. Такое. This one.